что это у нас? Я примерно знаю, что это такое. Знаю, вернее, что это такое. Это мой подарок на Новый год. Наконец-то он прибыл. Сегодня у нас 15 января. Что вы? Но он у меня в руках. Я дождался. И мы сейчас, он еще вот запечатанный, и мы сейчас с вами его попробуем распаковать. Не попробуем, мы его с вами распакуем и даже попробуем приклеить на этот телефон. Мой телефон — это Samsung Galaxy 20 Ultra, поэтому погнали. Так, ну что, открываем наш конвертик. Здесь идет какая-то информация про Easy Skins. Это, так скажу, это наклейка, это скин на заднюю крышку Galaxy Note 20 Ultra. И мы ее сейчас попробуем нанести на этот телефон. Здесь, наверное, есть какая-то инструкция. Посмотреть видео. Видите, надо посмотреть видео, помыть руки, наклеить, нужен фен, люкс поставить, лайки. Видите? Ну тут прям по инструкции, ребят. Ставим лайки. Я сейчас посмотрю видео, ссылку, конечно, на видео я оставлю в описании. И руки помою. Вот. И вернусь уже подготовленный. Итак, нам понадобятся чистые руки, телефон, наклейка, ножичек, тряпочка, фен. И штучка может быть понадобится. Я уже посмотрел видео, ничего особенного. Поэтому давайте пробуем. А вас приглашаю посмотреть на это все в ускоренном виде. Погнали.
Ну что, вот он, изи скин. На самом деле, я не думал и не ожидал такого результата. Вот честно, я видел их промо-ролики, и именно это меня и зацепило. Но чтобы вот так все подошло прям по зазорчику, вы посмотрите, не знаю, видно ли это на камере. Но тут прям все вот настолько влитое, все на своем месте, что прям не верится. Они, смотрите, даже заморочились, даже S-Pen, кнопочку S-Pen оклеили. Поэтому, ну просто молодцы ребята. Цвета очень живые, насыщенные и радуют глаз. Буду кайфовать какое-то время, пока не надоест, как минимум так. Спасибо большое за просмотр. Кому интересно, я оставлю ссылки, где это можно все дело приобрести, потому что у них есть довольно-таки обширный модельный ряд. Не только для этого телефона, и для айфонов, для горы Samsung, для других телефонов. Поэтому каждый себе сможет выбрать все, что угодно. Но это просто бомба. Посмотрите, какие цвета. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте, как всегда, лайки, как было в инструкции написано. И пока.